Друзья, всем привет с берегов. Сейчас покажу, какого интересного водоема. Только вернулся с тех соревнований и отборов, где заняли 4-е место и отобрались на чемпионат Польши мы с Максом. Через день я сразу прыгнул в машину к ребятам с команды «Флагман Польши» и отправился на чемпионат Польши. Командный, клубный. Вот такой водоем, смотрите, подготовлен. Более 150 платформ установлено. Очень сильно зарыбленный. И здесь будет битва. Единственная в году командная битва. Здесь отбираются уже на клубный чемпионат мира. Две команды отбираются. Две тренировки прошло, и в пятницу первый тур, суббота, воскресенье, второй, третий тур. Очень большая конкуренция, более 100 человек. Крупной рыбы довольно много в водоеме. Неплохо потренировались, половили и карасей, и карпов. Амуры были у соседей, лещи. Окунь крупный и не крупный. И вот тренером я опять у ребят поляков. Будем очень стараться. В том году они 2-е место заняли и имели возможность поехать в Ирландию на клубный, но не получилась у них поездка. Там немножко государство им не захотело помочь. И ну, тяжело. Дальний край. Что еще сказать, рассказать? Буду какие-то, может, подсъемочки делать. Соберу потом киношку полноценную и вертикальную. Сейчас надо поработать, побегать, пошпионить. Все, всем пока.